Пожалуйста, Сара, не прыгай. Как ее зовут? Я забыл. Сейчас я посмотрю ваше удостоверение. Лидия! Я тебя умоляю, Лидия, не прыгай. Приветствую вас, граждане и участники транспортного движения. Меня зовут Евгений. Точнее, лейтенант Евгений. Я не очень хорошо разбираюсь в звании. Возможно, я и майор. Возможно, я и командир. Возможно, я и лейтенант. Но это уже сказал. Но это все не важно. Самое главное это то, что я полицейский. Блюститель порядка. И помоги Господь тому, кто осмелится навести беспорядок на моей улице. Он сядет надолго. Давайте начнем нашу карьеру полицейского. Фрэнк, мать твою, Миллер, значит. Он живет по адресу Аблетон, авеню 79, Брайтон. Дата рождения, место 18 мая 83 года, Брайтон. Семейное положение, и женат, и замужем. И еще он холост. Да начнется же игра. Фрэнк Миллер вводит пароль. Итак, мы заведуем территорией, которая называется плавильный котел. Что мы должны здесь делать? Контролировать наркотрафик? Или поглощать наркотрафик? Нет, нам нужно штрафы за парковку выписывать. Как так? Я же генерал-майор. Лейтенант Капрал. Что-то между этим. Почему мне поручают такую сраную задачу для новичков? Ладно, плавильный котел. Фрэнк Миллер, значит, сидит. Усиленно имитирует работу. Все, встаем. Ведь на улице преступность не дремлет. Смотрите, какой стальной взгляд у Фрэнка. Он повидал много. Много нарушений на парковке. Я никогда не смогу быть прежним. Один раз какой-то сумасшедший больной психопат. Вот помню, прям как сейчас. Заехал на парковочную разметку. Колесо прям встал. А место было для инвалида. А он не был инвалидом. И до сих пор вспоминаю его с теплотой. Пойдемте дальше. Готовься, закон. Я иду тебя соблюдать. Обожаю свою работу. Иду весь такой стильный, выписываю штрафы, размахиваю дубиночкой. Офигенно. Эти наушники Logitech G335 просто великолепны. А ну стоять, ты! Ган... Простите, я не расслышал, вы не могли бы повторить? Я говорю, генерал Фрэнк Миллер. Вы нарушили правила пешеходного перехода. Пожалуйста, ваши документы. Я, конечно, не очень разбираюсь в полицейских званиях, но разве генерал занимается контролем движения? Умник, значит, да? Эй, полюбуйтесь-ка, у нас тут умник! Раз ты такой умный, то почему ты переходишь дорогу в неположенном месте? Вообще-то я, как и полагается, стою на зебре. Нет, это я стою на зебре. Не такой уж и умный теперь, да? Но под зеброй подразумевается не зебра, а пешеходный переход, на котором я сейчас и стою. Все еще умничаешь, да? Ну раз ты такой умный, то почему ты переходишь дорогу на красный свет? Ну вообще-то там зеленый. Ну что, доумничался, а? Там вообще не горит никакой свет. Ничего, с другой стороны еще один. Алло, Джонни, помнишь того хакера, что у нас на крючке? Передай ему, время пришло. Кевин, это тебя. Говорят, время пришло. Простите меня, мои славные G-335 с премиальными 40-миллиметровыми динамиками. С вами звуки в игре были максимально сочными. Но сейчас мне не до игр. Время отрабатывать свободу. Он еще 15 секунд оставалось ведь! Ну вот ты и попался. Тут что-то не так, светофор явно неисправен, потому что вот он только что был... Хрень собачья! На колени! О, блин, нет, нет, не стреляйте, прошу! Ты сядешь надолго. Нет, нет, я слишком молод, пожалуйста, у меня вся жизнь впереди еще. Знаешь, что в тюрьме с такими, как ты, делают? Ну, вообще-то за нарушение правил пешеходного перехода не сажают. Ты опять умничаешь? Нет, нет, послушайте, я... Забыл ваше звание. Лейтенант. А разве не генерал? Лейтенант, генерал, что-то среднее. Генерал-лейтенант. Хорошо. Может быть, как-нибудь договоримся, а? Нет ничего, что заставило бы меня нарушить свои принципы. Возьмите мои наушники. По рукам. Обожаю свою работу. Хожу, слушаю музыку в этих фантастически удобных наушниках, которые не давят на голову, потому что весят всего 240 грамм, сочетаются с любыми устройствами. А главное... делают меня по-настоящему стильным.
Значит, у меня есть электрошокер, я так понимаю, это пестоль и руки. О, а еще есть мобила. Ага, мы здесь можем проверять записи. Так, давайте внимательно смотреть, где здесь нарушители. В первую очередь надо понять, где здесь парковка. Вон парковка. Нам нужно выписать штраф за парковку. Давайте внимательно осмотрим. Так, 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 так. Я вижу, что он стоит кривовато. Ах ты, ублюдок. Ты подумал о людях, которые будут парковаться здесь? Тоже дверь водитель не сможет открыть. Оштрафован, бич! Почему все стало черно-белым? Нуар начинается, вот почему. Конец дежурства. Я превысил полномочия. Да, конечно же, превысил. Евгений всегда превышает. Повезло мне, что меня не уволили вчера. О, уже ночь. Позднее дежурство. Да блин, почему меня всегда оставляют? Я на самом деле просто перфекционист. Поэтому я докопался до того чувака, который припарковался слегка кривовато. Мир не идеален, и надо это учитывать. Опа, смотрим на этого человека. Стой! Именем закона. Ну-ка, удостоверение показал. Я даже не смотрю на него. Смотрю просто мимо него. Пожалуйста, ваши документы. Хорошо, сейчас. А, эй, женщина, какого хрена? Так, отдать, иди с богом. Женщина, слушайте меня. А, это мужчина, окей. Ты мешал правосудию. Показывай удостоверение. Ну-ка смотрим. Мерфи Джонатан, давайте-ка проверим. Разрешение на оружие нет. История нарушений. Устное предупреждение, поворот без сигнала. Нападение при отягчающих обстоятельствах? Мой опыт подсказывает мне, что ты рецидивист. Лежать, не вставать. А он это заслуживает, мать твою. Ну-ка, обыск. Поверхностный обыск или ректальный обыск? Но я недостаточно выпил, поэтому просто обыск сделаем. Ну-ка, подними руки. Так, качаешься? Хорошо. Марихуана, хорошо. Человеческие зубы, охренеть. Давайте-ка наручники на него. Надо теперь повод выбрать. Наркотики. Ему вообще не парит, что я его арестовывал. Он продолжает улыбаться. Ты что, обкуренный, что ли? Конечно, обкуренный. Вот и стой здесь, ты арестован, стоять здесь 10 лет. В смысле? А все, он типа арестован навеки, он так и будет стоять? А, вызвать транспорт для ареста. Вот это чуйка у меня, да? Фрэнки Миллер на страже порядка. Ты сядешь надолго. А когда транспорт-то приедет? Ладно, мы вынуждены стоять здесь в неловком молчании. Вообще, чем занимаешься? Наркотики, да? Ну ладно. О, позади его в тюрьму. Стоять! Сразу обыск сходу. Опа, он убегает. А ну стой, бич. Сейчас, 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 сейчас. Ага, он решил меня запутать. О, у него получается. Стоп, 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 стоп. Не двигайся, не двигайся. Есть! Конец дежурства. Я потерял все очки поведения и был уволен. Он убегал, он скрывался от полицейского преследования. Может быть, оно и было и незаконным. Но это было полицейское преследование. Нельзя сопротивляться полицейскому преследованию. Все, в контру закончили играть, пора на дежурство. А все это время нам нужно было просто выписывать штраф за парковку. Я чем-то другим занимаюсь. Я служу закону. Так, давайте-ка смотреть. Вот парктроник, валидный. Ну-ка, а взаимодействие какое можно сделать? Эвакуатор, я вызываю тебя. О, и здесь тоже можно это сделать. Вызываю. И сюда вызываю. Надо очистить всю эту улицу. Эй, аккуратней. Смотрите, раз, два, сразу три приехало. А как много мы можем таких вызывать? Четвертый, пятый. Мне кажется, все эти машины нуждаются в эвакуировании. И мы устроили целый парад из эвакуаторов. Всех этих нарушителей мы забираем. Сразу везите их на свалку. Но для полного веселья не хватает вот этого. Черт! Конец дежурства! Ничего, я так понимаю, я все равно попал в день сурка. Фрэнк Миллер отчаялся выбраться из этого дня. Его глаза были пусты, как и его голова. Он стал стрелять по своим, по колесам автомобилей. Смотрите, человек подозрительный стоит. Че он там трется один наверху? Пойдемте посмотрим. Это женщина. Эта женщина не имеет права стоять здесь без моих дешевых подкатов. Эй, привет. Ты одна тут? Ты разговариваешь по телефону? Но, правда, есть одно но. Я полицейский. Мать твою. Все, стоять. Давай общаться. Удостоверение. Ее зовут Уолтер Лидия. Статус регистрации недействительный. Статус страховки недействительный. Осудили за страховое мошенничество, за интернет-травлю и домашнее насилие. Что ж, боюсь, я вынужден вас арестовать, мадам. Просроченное удостоверение. Делаем ей устное предупреждение или штраф? Я думаю, штраф. Какой серьезный штраф за незначительное нарушение? Мы тут что, на рынке? Ты будешь торговаться со мной? Сейчас я тебя обыщу тогда. Предметы не найдены. Все. Все, помашем ей ручки. До свидания. Куда? Что ты? Нет, я понимаю, штраф слишком большой, неподъемный, но ты еще молода, ты успеешь заработать. Пожалуйста, Сара, не прыгай. Как ее зовут? Я забыл. Сейчас я посмотрю ваше удостоверение. Лидия! Я тебя умоляю, Лидия, не прыгай. Мы еще можем все исправить, Лидия. Для этого нам нужно поговорить. Она не хочет со мной говорить. Я вынужден тебя огреть. А! Она спрыгнула.
Не стой на проезжей части. Пойдемте выпишем ей предупреждение. Она нарушает правила пешеходного движения. Перезаряжаем наш электрошокер. А ну стоять! Ты думала скрыться от правосудия? Дай-ка поговорим. Переход в неположенном месте. Штраф. Откуда такая сумма? Откуда такой нрав у тебя, а? Гнусный нарушитель. Теперь хорошего дня вам. У вас явно сегодня хороший день. Вы прыгнули с моста, получили штраф. Самое время прыгнуть под машину. Только в положенном месте. В неположенном нельзя, иначе приду я и оштрафую тебя. Прекрасная незнакомка. Ты чё уставился-то, а? Ладно, давайте смотреть на парков. Вот это что за херня? Сдается мне, он неправильно встал. Так, эвакуатор. И игра заглючила. Кто-то пытается разрушить порядок изнутри. Это был очень странный сон. Мне казалось, что как будто бы мир заглючил. О, утро настало. А, стоп, стоять! Полицейский переходит дорогу. Эта женщина выбрасывает мусор в неположенном месте. Какая? Ах ты, женщина проклятая! Стоп, я тебя видел! Вам штраф. А теперь мы ее задержим за выбрасывание мусора. И что? Вы выбрасываете мусор, вот что. Поэтому я вас оштрафую. Могла бы заплатить меньше, если бы не обесценивала мои выговоры тебе. О, эй, мужик! Он просто потерся об нас и ушел. Офицер Миллер это любит. Какой же я любвеобильный. Стоп, она вернулась. Это она ведь? Она похожа на нее. Но это не она, походу. Посмотрим удостоверение. Вивьен Вуд. Вы так прекрасны, Вивьен. Позвольте, я вас обыщу, Вивьен. Мне сегодня снилось, Вивьен, что я увижу женщину в красном. Так, билет на автобус, смартфон, очки. Единственный закон, который вы нарушили, это закон о красоте. Вы его превысили. Помашем ей ручкой. Have a nice day. Она застряла тоже. Все девушки застревают здесь, на этом мосту. Надо здесь повесить знак «Осторожно! Застревательный мост». Этот мужчина переходит дорогу в неположенном месте. Стоять! К стене! Вы предупредили его. А, нет, нет, я не на вас. Я ни в коем случае не останавливаю вас без повода. Пожалуйста, проходите, идите. Нет, а ты стой, стой. Да блин, нельзя так делать. Ты затесался среди афроамериканцев, и теперь как бы я навожу пистолет не туда, куда надо. Опа, доступно новое дежурство. Это будет патрулирование на машине. Нам нужно всего лишь 30 бонусов. Вперед, работать на повышение. Наша служба и опасна, и трудна. Обычные полицейские в любой момент могут схватить пулю. А я могу схватить краш целой вселенной. Нет, прямо сходу. Почему? И внезапно из-за угла выбегаем. Ага, так, задержать. Переход в неположенном месте. Да, офицер, вы правы. Моим действиям нет оправдания. Блин, он меня обезоружил только что. Мне даже хочется вынести ему просто устное предупреждение. Спасибо большое. Все, до свидания. Ура, дежурство закончилось. А, сколько преступностей остановил за этот день. И не сосчитать. А вот и я. Пойду за свой комп. Не беспокойте меня, хорошо? Начать дежурство. О, смотрите, нам дали радар, а также новый район открыли. Ну что ж, давайте сразу туда заспаунимся. Ох, новый отдел, такой классный. Я сходу прям слышу, как кто-то нарушает скоростной режим. Быстрей! Слышу. 0 миль в час. Кто же так шумит? Жесть какая-то. Опа. Что ж, игра продолжает крашиться и крашиться. Я думаю, это потому, что я противоречу сам себе. Она как бы мне намекает. Хватит полумер, Фрэнк Миллер. Пришло время взять правосудие в свои руки. У меня целых три типа правосудия. Радар, электрошокер и пистолет. И все эти три орудия готовы вершить правосудие. Так, стоять. Кто такой? Ты очень подозрительно на меня смотришь. Ну-ка, показывай свое удостоверение. Все бумаги, быстро. На фотографии я не вижу таких же очков, как на тебе сейчас. Ты что-то скрываешь? Сейчас мы узнаем, что ты скрываешь. Выкидной нож, значит. Так, хорошо. Это дает мне повод обыскать тебя более досконально. Одна унция марихуаны. И еще почти одна унция. И еще выкидной нож. Я даже не знаю, за что тебя арестовывать. Столько опций. Наручники, быстро. Прошу, нет. О, да. Но это будет лишь предупреждением тебе. Ведь ты наш 100-й клиент. Поздравляю. Поэтому ты свободен. И не бойся, все в порядке. Сегодня твой день. Иди и развлекайся. Ах, иногда хорошо и делать добро людям. Опа. Смотрите-ка, бежит с рюкзачком. Наркокурьер, да? Стой. Еще и переходишь дорогу в неположенном месте. Пешеходный переход не тут на. Находится. Нарать на него или штраф? Штраф, конечно же. Он явно злится. Он явно нет. Давай, обыскивай меня. А, шучу, это я тебя буду обыскивать. Нет! Блин, я так был близок. Понятно, чего он так ухмыляется. Он знал, что сейчас нас ждет. Кто это у нас тут сидит в темном переулке? Слишком расслабленный на вид. Давайте пообщаемся с ним. Ваши документики, пожалуйста. Себастьян Нельсон. Запрашиваемый профиль не найден в системе. Чуйка! Надеть наручники сначала. А, стой. Куда задергался? Стоп. Обыск. Поднял руки. Ну ладно, ты же, да, в наручниках.
Я даже не знаю, но, скорее всего, ты за кусачки для ногтей сядешь надолго. Вызвай транспорт. И чтоб ты никуда не убежал, на тебе. Да блин, Сочи превысил полномочия. По-моему, я вполне себе адекватно себя вел. А чуйка-то не подвела, Евгения? Нарушение скорости. Опа, еще одно нарушение. Тихо, не мешайте. Боже мой, как это живописно. Дай-ка я зарисую это. А ну стоять, все в порядке. Я просто пошутил. Тем временем карьера у нас идет в гору, и значение ее сейчас 2 из 30. И у нас открылся новый район Честер. Посмотрите, как активно Фрэнки вдупляет в этот скринсейвер. Смотри, у, как интересно. Пойдемте посмотрим, что там у нас новенького на улице творится. Мы должны ответить на вызов о несерьезной аварии. Я так понимаю, я должен через весь город бежать на своих двух, вместо того, чтобы мне выдали машину. Мы здесь. Вот они, обезьяны с гранатами. Расследуйте аварию и напишите отчет. О, понятненько, давайте начнем исследовать. Итак, у нас доступен новый предмет, это камера. А также у нас есть фонарик. Давайте сфоткаем с наилучшим освещением. А, блин, это очень крипово выглядело. Сначала мы тебя, конечно же, обыщем. Это стандартная процедура, не переживайте, все в порядке. Разве что у вас выкидной нож. И самое главное, это спиннер. Спиннер в 2021 году. Ты арестован, все, иди. Стой там, пока я обыскиваю машину без свидетелей. Что там у нас? Все сиденье пропердели. Все это время за мной женщина наблюдала. Ты ничего не видела, понятно? И тогда я ничего не видел. Как тебе такая сделка, а? Я думаю, она согласна. Мэм, позвольте, я вас сфоткаю. Повернитесь ко мне, спасибо. О, она же позировать начала. Да, добавь меня в Инстаграм. Итак, давайте опрос. Скорость была в пределах нормы. Это все, что ты можешь мне сказать? Я вынужден вас арестовать. Все, на тротуар пошла. Вы ужасный полицейский. Что? У меня шок. Электрошок. Слышите, как тихо, хотя мы в городе находимся. Все дело в том, что город спит спокойно, поскольку я слежу за порядком. Опа! Еще одна авария. Так, так, так. Посмотрите на его маньяка. У него взгляд психопата. Надеть ему наручники. Иди на тротуар. Сейчас заберут, понял? Я буду стоять и наблюдать, как тебя заберут. Забирай его, Патрик, забирай. Ну что, прощай. Ты сядешь надолго. Короче, у него машина полна оружия, амфетамина, бомб, С4 и еще чего-то. И наверняка в багажнике труп лежит. Сейчас проверим. О! Никаких нарушений. В конце концов, это был не труп. А этот, смотрю, доволен аварией. Мы сделаем вот как. Я пофоткаю тебя с машины, да. Нет, нет, еще раз. Прими позу, прими позу. Ага, есть. Классная фотка. Давай еще. Больше секса, детка. Трогай себя, трогай. Да, детка. Возьму сейчас общий. Дай-ка свет включу. Так, хорошо. Во. Студийное освещение прям. Да, типа непринужденно ты такой в телефоне весь перед своей тачкой. Так, давайте-ка сфоткаем повреждения. Ага. Я максимально правильно все фоткаю. Ох уж эти таксисты, вечно обкуриться чем-нибудь. И давай кататься, врезаться во всех. Опа, смотрите, шкала на 100%. Собственно, все. Скажем ему прощай. А тебя мы эвакуируем. Так, так, так. Санитарная проверочка. Он убегает. Пи-пи-пи. Это мой игрушечный пистолет, ты понял? Ну, это арест. И опять минус 5 мне дали. Ну, что за фигня? Плохой день, не мой. Смотрите, человек перебегает дорогу по пешеходке. Но я почему-то посчитал, что это неправильно. А ну иди сюда, нарушитель. Так, штраф тебе. Плюс 10. А эта игра считает правомерным. Закон, это же такая вещь, знаете. Все зависит от интерпретации. Авария. Жалко, я только не увидел, как это произошло. Вы не могли бы повторить, пожалуйста? Так, ну что ж, давайте пофоткаем. Это нужно мне для портфолио в инсту. Так, пожалуйста, ваши документики. Удостоверение просрочено. Дежурство закончилось. А, ну тогда все. Это уже не моя обязанность. Фрэнк Миллер доволен собой. Мое дежурство закончилось. А ну стоять. Карманы вывернул. Стоять, я сказал. Убегаешь, да, значит? Показывай, что там у тебя. Выкидной нож, значит, да? Наручники на тебя. Ты сядешь надолго. Да я прикалываюсь, мое дежурство окончено, поэтому носи свой ножик сколько хочешь. Очередной день подошел к концу. Как я горжусь собой, на повышение иду, стану капралом. Нам доступна полицейская табличка, световые шашки и разыскиваемый подозреваемый. И патрульная машина! Ах, какой чудесный день. Лучшее время, чтобы сесть в свою машину и прокатиться с ветерком. Пара-пара-па-пам.
Мне все можно! Я закон, мать твою! Кажется, тут авария случилась. О, боже мой, никогда не видел, чтобы машину так разнесло. Включаем подозрительный фонарик. И ходим с табличкой. На этой табличке написано «Стой, полиция!» Но мне кажется, что тут надпись означает «Остановите полицию за ее беспредел». Такое ощущение, как будто я в аэропорту стою, кого-то встречаю. Оу, кажется, я создал небольшую пробочку. Садимся в машину. О, я сел не туда. Всего хорошего. Так, сопровождение. Я кого-то сопровождаю. Оп, лучше вас не сопровождать, видимо. Так, смотрим. О, какие лаги жесткие. Эту машину повернула без сигнала. Не про меня, потому что я только что это сделал. Так, аккуратнее, аккуратнее впишусь. Хорошо. Ау, черт. Плюс 5 за движение, ну естественно. Я прекрасно вожу. Эта машина повернула без сигнала. Так, разворот на 180. Где эта машина? Вон она, без сигнала. Ах ты, чертов преступник. А ну, сейчас я догоню. Стоять. О, кому дудю? Все, стоим. Какого хрена ты без поворотника, а, поворачиваешь? Так, что я должен сделать с ним? Пойти. О, нет. Сейчас я активирую свой полицейский компьютер. И ты сядешь надолго. Ой, а я не могу теперь выйти. Я застрял. Нет. Что мне теперь сделать? Погодите. Восстановить. Будьте осторожны. Восстановление игрока должно быть посредним средством при столкновении. У меня больше нет никаких вариантов. Принять. А, меня не восстанавливают. Все, я застрял в игре. В итоге я. Я сел надолго. И на этой ироничной ноте мы с вами закончим этот выпуск по игре Police Simulator. Симульятор. Вам понравилось? А? Я надеюсь, что вам понравилось. Если так, то поставьте кучу лайков, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Ну а с вами был Юджин. Не забывайте про все мои соцсети, ссылки будут на них в описании. Также зацените мой комикс Game Hunters, он бесплатный. Крутейшая штука, вам понравится, я уверяю вас. Ну с вами был Юджин и всем пять!